Алматинцев больше не будут оповещать о произошедших землетрясениях посредством СМС, сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Серик Аубакиров. В частности, спасателей не устраивает скорость доставки экстренных сообщений. В некоторых случаях задержки могут достигать 6 часов. Какой выход из положения нашли специалисты и что делается в Алматы для устранения последствий землетрясений, расскажет Тимур Ермашев. Назойливых и зачастую бесполезных смс-ок от абонента 112 алматинцы получать больше не будут. Оперативность их доставки, как и степень важности, всегда оставляла желать лучшего. Порой до абонента сообщения от ДЧС приходили спустя 5-6 часов после случившегося. Теперь спасатели будут оповещать население при помощи приложения, которое получило название «Дармен». Благодаря ему сообщения о происходящих подземных толчках могут доходить в течение секунды. Нам удалось за два года, за предыдущий 2018 и текущий год, закупить 6 сейсмических станций швейцарского оборудования GeoSig, и мы их расположили на наиболее сейсмоопасных тектонических разломах для исследования. И все же эти инновационные решения все еще не позволяют предупреждать о предстоящих подземных толчках. Они лишь способны сообщать о начинающихся. Учитывая, что в среднем волна проходит 100 километров за 10 секунд, у алматинцев будет около 18-20 секунд на принятие решения. Точно так же будут оповещать и об угрозах схода сели. Правда, здесь опередить стихию будет уже проще. Хочу вам доложить, что в городе уже существует и принято в эксплуатацию 10 станций автоматического наблюдения за состоянием озер. Вот. Из этих 10 станций 2 находятся на самых прорывоопасных озерах. Озеро номер 6, 13 БИС, это в Большом Алматинском ущелье. Ну, зимой они переходят в режим консервации, закончили мы только вот в конце октября. Вот. Хочу сказать, что следующий селеопасный период эти 10 станций будут функционировать. По данным специалистов, сейчас наибольшую опасность для мегаполиса представляют бассейны рек Большая Алматинка и Аксай. За последние 20 лет их застроили многочисленными увеселительными заведениями. В этих двух ущельях селевому риску подвержено более 30 тысяч человек. Тимур Ермашев, Булат Джакипов. Главные новости.